Всем привет! И сегодня мы купили вот такой вот аквариум на 9 литров, а также все необходимое для него. Ну что ж, и начинаем. Ну и первым делом мы засыпаем сюда вот эти вот камни, которые мы перед этим нужно обязательно обдать кипятком, чтобы не занести никакую инфекцию. Их нужно равномерно распределить по дну. Ну, и сейчас последние камешки. Все, готово. Мы засыпали вот эти камешки в аквариум. Потом вот сюда вот нам нужно какую-нибудь водоросль посадить. Вот это вот украшение бутылочки. Нужно для начала его выбрать, естественно. Вот, например, водоросль. Что это плавает, да? Короче, нужно это вот сейчас вот эту вот лазочку и засыпать ее немножко вот этими вот камнями. Готово. Теперь, чтобы мы это сделали, нужно поставить его ровненько. Первое, это обогреватель для рыбок. Сейчас при помощи присоски туда вставим. Нет! Вот, и сейчас нам нужно налить воду. Вообще-то надо по стенке. Заливаем роботом. А почему бледно? Потому что надо по стенке. Доступ не получилось. Ну, по стеночке, что мы напугаем. Нужно зарыть водоросли. Вот этот вот, вот эти вот камни, чтобы они не плавали на поверхности. Теперь украшения. Ну и теперь вот эти вот камешки, украшения. Thank you.
А, ну с камшем, что камшем занимаете. Побивателя. Все это по побивателю. Все, все. Готово. Теперь, в общем-то, все вода вварили. Улитки. Улитки. Кайф. Да. Ну а потом там собака. Водоросли тоже покупали. 5 гривен, да? А еще нужно компрессор. Компрессор? Компрессор. Вот, в общем-то, фирма, которая выпускает компрессор. Инструкция, как использовать. Открывай. И здесь написано, что он для 50 литров. До 50 литров. И вот, в общем-то, сам он такой вот маленький. Его нужно, его нельзя выпускать в воду, так как он должен быть возле аквариума. Насадку сюда. Сейчас трубочку из распылителя. Улитки запускают уже? Да, улиток штуки запускают. Да. Сейчас обогреватель включим, компрессор. Сейчас подключим трубочку. Да. Сюда. Приведи туда светиться там. Да, надо еще не работать. Хорошо, Саша, скажи, ты компрессор. Все, теперь нужно вот эту вот штучку, которая из камня, чтобы не плавала сверху, под воду. Да не надо. Тоже все. Дальше вода не попала. Надо обязательно, чтобы компрессор попал в воду. А сейчас мы его поставим. Здесь немножко запуталось. Сейчас попробуем. Чем работает компрессор? Ну, компрессор точно работает, мы его проверяли, но без. Компрессор работает. И очень хорошо. Хорошо работает. Очень жужжит. Ну все, на пару часов будем переключать. Да, на ночь будем переключать. Распылитель что, работает. Трубки, да? Распылитель работает. А, трубочка. Трубочка. Трубочка тебе. Ваш должен быть правильный. Ну потом не заработать, видишь, куда. Вот и все. Им так не жужжит, если трубочка. Все, можно рыбки будет запускать. А ты через минут 20 нужно будет запускать рыбок. Попал. Ну и теперь, когда мы подождали столько времени, сколько нужно, именно 20 минут для того, чтобы запустить рыбок, мы их запускаем с помощью сачка. Напоминаю, мы здесь купили 4 рыбки лупи и 2 соника. И 2 соника. Сейчас запустим. Первого запустим. Да, Саня. Держи, Катя, кулек. Кулек. Это, в общем-то, 2 штуки сразу. Ну, еще там есть. Кстати, все? 2 штуки там. Все. Вот, в общем-то, мы запустили наших рыбок. Ну, вот, в общем-то, наше видео подошло к концу. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы заканчиваем.